Григорий Явлинский решил, что недостаточно нас удивил на прошлой неделе и повторно попросил сторонников Навального не голосовать за яблоко. На этот раз в эфире «Эхо Москвы». Для закрепления эффекта Явлинский назвал умное голосование политикой голосования за Владимира Путина и фракции «Единой России» в виде коммунистов Жириновского и «Справедливой России». Ну, то есть, вот за этих голосовать не надо, но и за яблоко тоже не надо, говорит, значит, Явлинский. Смотреть без регистрации СМС изнасилование собственной репутации пожилым политикам. Очень печально, на самом деле, это все. Очень печально. Ну ладно. Не все, конечно, в яблоке согласны с таким ведением предвыборной кампании. Алексей Садомовский, член Нижегородского отделения партии, подал заявление в Федеральный политический комитет с просьбой инициировать исключение из партии Григория Явлинского. По его мнению, призыв не голосовать за партию наносит ей политический ущерб, с чем уж никак нельзя не согласиться. Исключить Явлинского может только съезд партии. Вероятность, что это произойдет, небольшая, но вопрос этот поставлен. Выступили против позиции Явлинского и члены петербургского яблока. Уже почти 60 человек подписали заявление с тем, что не согласны с Явлинским и не считают, что можно поддерживать либо яблоко, либо Навального. Подписавшиеся подчеркивают, что личная позиция Григория Явлинского не является официальной позицией партии и большинства ее членов. Сплясал на прошлой неделе и Николай Рыбаков под ту же самую дудку. Ну, он формальный председатель «Яблока» и типа лидер списка. В воскресенье он подавал документы со списками кандидатов в Центральную избирательную комиссию. При этом он очень странно повел себя с присутствующими там журналистами издания «Сота» журналисткой. Отвечать на ее вопросы Рыбаков отказался, но потом решил ее догнать, чтобы сравнить с Ольгой Скобеевой и Владимиром Соловьевым и назвать издание пропагандистами с другой стороны. С какой именно стороны, Рыбаков не уточнил, а жаль, было бы интересно узнать. После этого Рыбаков выступил с пресс-конференции перед журналистами «Россия-1». У нас 90 региональных групп, 169 одномандатников и 310 список. Происходящее с «Яблоком» очень печально. Ну ладно, еще поговорим об этом.